арии и сыграем с пятого такта, вспомним вот эти все нюансы. Значит, вы сейчас обращаете внимание, что двигатель звучит петушка, это в басах. А наверху вы первую долю восьмушку акцентируете чуть-чуть громче, а вторую, как вот, она чуть-чуть тише. И вот эту пульсацию, чтобы по четвертушку. Раз, два, три, четыре. С пятого такта. А вы можете начать вот этот приемчик замедления не на последнем такте, а за такта. Это получается 27, 23 такта. 23 такт и 24. То есть вы начинаете с 23 уже ретенута и диминуэнда. Поехали. Ваша задачка здесь сориентироваться в переходе со второй доли на третью долю, чтобы... Давайте еще раз попробуем. Вот отдельно вторую долю десятого такта прям несколько раз играйте. До, ре, ми, до, ре, ми. Это нужно прочувствовать, потому что, ну, считать это хорошо. Вот этот момент, чтобы он прям у вас вылетал из-под пальцев. До, ре, ми.